Хочу отметить, что с корпорацией МСП мы сотрудничаем давно. В прошлом году Владимир Викторович, губернатор Камчатского края, подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором корпорации МСП. Мы видим, что в этом году мы вышли на качественно новый уровень взаимодействия с корпорацией МСП. Появилось огромное количество сервисов. К сервисам подтягиваются региональные сервисы. Сегодня у бизнеса появляется уникальная возможность на одной площадке получать огромное количество услуг, связанных с поддержкой малого и среднего предпринимательства. Сегодня в рамках нашего совещания мы обсудили с заместителем генерального директора эти возможности, услышали обратную связь, проблемные вопросы от бизнеса, что немаловажно для нас, и в принципе договорились о продолжении нашего сотрудничества и корректировке тех проблемных вопросов, которые были обозначены.